Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 9 миллионов рублей. Руководители кировской фирмы, которая производит бумагу и упаковочные материалы, подозревают в махинациях с декларациями. Одного из подозреваемых задержали бойцы СОБРа. Видимо, маски-шоу было крайней мерой или мерой устрашения. Подозреваемый не сопротивлялся и сдался спецназу. Запрещено, есть что-нибудь с собой? Оружие есть? Нет, левит, ничего нет. Ноги шире. По данным Следственного комитета, схема по уклонению от налогов работала с 2016 года. Целая группа лиц, это руководители и сотрудники предприятия, организовали фиктивный документооборот, вносили в декларации ложные сведения. Было установлено, что руководители фирмы, которая занимается реализацией бумаги, упаковочных изделий, уклонились от уплаты на налог на добавленную стоимость. В общей сложности более 9 миллионов рублей. Этот факт уклонения, по словам следователей, всплыл в ходе расследования уголовного дела в отношении гендиректора Нововятского лесоперерабатывающего комбината, также его криминальных друзей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и самоуправстве. Михаил Вагин, место происшествия.